В завершение выпуска новости спорта. В Нарьян-Маре продолжается турнир по мини-футболу среди силовиков. Соревнования проводятся в преддверии Дня защитника Отечества. Сегодня на поле встретились служащие войсковой части 12403 и сотрудники окружной полиции. Кто одержал победу, расскажет Алина Выучейская. После короткого приветствия команд игроки занимают исходные позиции. В желтой форме команда СКА. Это военнослужащие части 12403. В синей сотрудники окружной полиции, представляющие команду «Динамо». С первых минут на поле разворачивается настоящая футбольная баталия. В атаку идут игроки команды СКА, но безуспешно. После нескольких неудачных попыток военнослужащих динамовцы забирают мяч и отправляют его в ворота соперника. Но игроки в синем несколько раз нарушают правила. Желтая карточка, и команда военнослужащих реализовывает 10-метровый пенальти. Еще несколько атак со стороны обеих команд, и первый тайм подходит к концу. Счет 2-2. В принципе, игра на равных идет, и соперник хорошую игру показывает. И у нас что-то получается, что-то не получается. В принципе, равная борьба. А вы как-то готовитесь к этим соревнованиям? Ну, конечно, мы тренируемся, команда собираемся в дворце спорта «Норд», и в лидере мы собираемся, занимаемся. Потому что выступаем не только на этих соревнованиях, но и на кружных соревнованиях по мини-футболу. И во всех возможных, там, день физкультурника, и... Там мы россияне, турнир проводится, кубок губернатора проходил по футболу на поле, на большом. Команде «Динамо» состав также довольно сыгран. Илья Черлаков в соревнованиях принимает участие уже 4-й год подряд. Говорит, сегодня не хватает лишь поддержки болельщиков. Из-за ограничительных мероприятий турнир проводится в закрытом режиме. Когда болельщики стоят, переживают, болеют, и играть интересно становится, и дополнительный стимул, азарт появляется. Вот, ну, приходится довольствоваться, что есть. И с каким настроем пришли сюда? Победить или просто поучаствовать? Очень интересный вопрос. Мы всегда участвуем, чтобы победить. А зачем тогда играть-то? Ну, побеждать всегда сильнейший. Поэтому нужно уважать и соперника. Они тоже хотят выиграть. Ну, конечно, а во-вторых, конечно, удовольствие получить. В турнире принимают участие сборные команд УМВД, МЧС, Росгвардии и военнослужащие Минобороны. По доброй традиции со взрослыми на поле выходит и команда подростков Центра содействия семейному устройству «Наш дом». 7 лет назад, им сколько было, по 10 лет, вот они играли, получается, что со взрослыми, им уже мужчинами, да, но они молодцы, все стойко переносят эти боли, вот и... все неудачи и в проигрыше. Но вот в этом году, вы знаете, команда все-таки за 7 лет, они, видно, действительно тренируются. В ходе упорной борьбы со счетом 4-2 победу в этом матче одерживают военнослужащие из команды СКА. Впрочем, игры будут продолжаться до 20 февраля. В этот день на базе спорткомплекса «Лидер» пройдет финальный матч за звание победителя турнира по мини-футболу и кубок организатора соревнований общества «Динамо». Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».